Привет, друзья! Кто меня смотрит давно, знает, что я питаю слабость к хорошему инструменту, да и к инструменту в принципе. Вот, не всегда есть возможность использовать прям хороший. Но вот сегодня к нам приехал с розетки вот такой вот замечательный наборчик. Давайте его откроем. И посмотрим, что у нас, что нам розетка прислала. Это, как вы можете видеть, интеркул. Убираем. Сейчас, секунду, срежу упаковку. Так, убираем бумажки, они нам не нужны. Итак, у нас набор интеркул. ET8046. Это небольшой наборчик, практически карманный набор инструментов. Выглядит он примерно следующим образом: на 46 единиц. Давайте сейчас мы его вскроем. Оп, это бывает. Откроем, посмотрим. Ну, вы знаете, что у меня есть на 108 единиц. Тоже интертуловский. Прекрасный просто набор, которым я доволен и рад пользоваться уже много-много лет. Сейчас мы попробуем так, чтобы... Оп. Вот. Ну, кстати, за исполнение пятерочку. Мне нравится, что он на металлическом штифте, потому что мой набор, несмотря на то, что намного дороже, вот, он сделан просто на перегибе пластика. Я смотрю, что пластик может трескаться, что приведет к разрушению чемодана. Так, ага. Защелка тут тоже, кстати, смотрите, какая прикольная. Защелочка отличная. Та-дам! Вот таким вот образом это все у нас выглядит. Значит, что у нас здесь есть? Давайте уберем вот это и вот это. Значит, у нас здесь 46 единиц. Трещоточная рукояточка. Вот она теперь таким новая, с изгибчиком. У меня еще без изгиба идет. Ключики для подстройки. Значит, 72 зуба. Реверсионная головка, шестигранная торцевая. Значит, тут наборы бит. Биты у нас вот здесь. Наборы бит Торкс, Хекс. Да, Торкс, Хекс. PH, PZ, SL. Значит, ударопрочный пластик. И весит все это дело 1,5 килограмма. То есть еще здесь есть вот такой вот удлинитель. Сейчас вот он, гибкий. Вот, не знаю, насколько он качественный. У меня они все ломались всегда почему-то. Так, что у нас еще здесь есть? Это насадка для головок. Есть карданчик. Кстати, очень крутая вещь, которая выручает в обычных наборах, в маленьких их не всегда кладут. А то, что называется, нужно закрутить за углом. Вот это вот прекрасная вещь, когда под углом, точнее. За углом это вот это. А под углом вот это вот замечательная вещь, она очень часто выручает что-нибудь открутить или закрутить. Значит, здесь мы с вами можем видеть наборы головок от 4 до 14. Вот, ну, неплохой набор для автомобилиста, может быть, маловат, потому что, ну, сюда большой вороток не помещается, как вы можете догадаться, а вот этим ты колесо и не открутишь. То есть, это максимум, что нужно автомобилисту, в принципе, до 14. Ну да, 17 еще ходовой, которого здесь нет. Вот, но для дома, значит, он стоил там в районе что-то 400 гривен. Я думаю, что это замечательный набор. И замечательный наборчик для подарка. Мне кажется, любому мужику было бы приятно получить подобную вещь. Интертулом я пользуюсь уже много-много лет. Не знаю, в принципе, всегда производил Китай. Это тоже Китай. Качеством они... Ну, скажем так, проблем с качеством у них нету. Это, конечно, не профессиональный топ-тул, но это следующее после
профессиональной линейки вот такие вот замечательные домашние наборы, которые могут нас выручать в сложных ситуациях. Вот, друзья, вот такая вот замечательная штукенция. Мне прям очень нравится, как выглядит кейсик. Очень красивенько и наглядненько. Причем с покрышечкой, вы видите, так намекает, что для набор для автомобилиста. Кстати, вот по опыту мой вам совет. Не забывайте вот эту штуку. Иначе оно у вас будет тарахтеть. А так все мягенько. И защелочка вообще прям огонь. Все, друзья, вот такой быстренькая распаковка. Всем хорошего, поставьте лайки. Пока.